позвони. Друзья, мы у городского театра города Анапы. Сегодня 29 декабря 2018 года, и сегодня здесь состоялось мероприятие «Совет атаманов Анапского районного казачьего общества», на котором были подведены итоги уходящего года и отмечены лучшие. Сейчас идет подготовка, собираются казаки-атаманы. Говорят, что от личности ничего не зависит. Очень много зависит от личности. Я хочу, чтобы вы все, господа атаманы, были большими личностями у себя среди казаков, среди населения вашего, чтобы не просто атаманили. Вот я атаман, щеки надуюсь. Надо все-таки работать, доказывать свою правоту. Мы сегодня должны доказать всем, что мы самые лучшие, что мы народ, и что на нас надо равняться. Не мы должны на кого-то равняться, а на нас должны равняться. Мы, по крайней мере, должны так в Анапе сделать, а там все остальные как хотят. Значит, было принято решение. В общем, мы всегда награждаем и учащихся наших кадетских классов. Это при подведении учебного года, это при проведении слета казачьих классов, это союз казачьей молодежи, это еще ряд, там поездка бесплатная в город, там Севастополь, Волгоград, куда мы ездили, в Керчь, это еще ряд каких-то призов. И все-таки понятно, детям приятно какой-то подарок получить или там поездку поехать. У нас, кстати, очень много отличников, я просто поражаюсь. Мы когда выбираем на поездку в город-герой, мы просто вот стоим на такой линии, вплоть до одной оценки, четверка, пятерка, там у нас очень хорошо дети учатся, я вот просто очень рад. Вот, поэтому мы решили с этого года посылать благодарственные письма ихним родителям, чтобы родителям было приятно, чтобы они слышали. Ну, это, как знаете, в армии благодарственное письмо на родину родителям или в сельскую администрацию. Ну, это примерно звучит так. Благодарность атамана Анапского районного казачьего общества. Уважаемая Валентина Георгиевна, правление Анапского районного казачьего общества искренне благодарит вас и выражает глубокую признательность за воспитание вашего ребенка Арины, которая показала себя как ученица, способна глубоко мыслить, преодолевать трудности, показывать великолепный результат в учебе. Победы вашего ребенка – это наша общая радость. Желаю вам всяческих благ, оптимизма, здоровья и процветания. Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым. И сегодня мы раздадим атаманам, а атаманы, вы найдите время, придите в семьи и поздравьте прямо на пороге, пожалуйста. Понятно, мы общество, знаете, как раньше, воспитывали всегда учителя, дом и общество. Мы общество, которое помогает воспитанию родителям и, конечно же, школе. Школа сегодня то заведение, на которое мы сегодня все рассчитываем, что оно поможет нам. Я хочу вас всех поблагодарить за то, что в 2018 году проделана огромнейшая работа в Анапском районном казачьем обществе. Да, и может быть кто-то немножко где-то хромал, где-то недорабатывал. Но это все на общем фоне работы Анапского района, в принципе, было незаметно. Но я, если честно, хочу, чтобы все равно надо стараться. И вот переходящий кубок, вроде бы, с другой стороны, нет, все равно хочется получить первое место. Я сам знаю, атаман района. Вы мои первые помощники, мои братья, но я когда еду в таманский отдел, и там несправедливо кого-то оценивают, начинает душа, я там начинаю доказывать, что Анапский район все-таки самый лучший в таманском отделе. На самом деле это так. Сегодня, про полевые сборы говоря, мы заняли почетное первое место, к которому мы шли очень долгие годы. Мы были вторые, мы были третьи, мы были там, я не знаю, в этом году первое. И самое главное, как у Сатовой балки, мы первые, остальные пусть считают. Вот они посчитали, что лучше Анапа, ладно, Бог с ней, раз так получилось, что мы многочисленные, что мы сильнее, что мы амбундированные, что мы экипированные, что у нас все нормально. А остальные на нашем фоне, кто был, тот видел, они просто блекли, скажем так. И выхода не было, как просто безоговорочно отдать нам победу. Это знаете, как спортсмен выходит на ринг, да,
И когда судьи потом считают по окончанию матча, и там полбалла, один балл, и там решение судей, в общем, бывает всякое разное. А когда вышел, ударил, он упал и не стал, вот тогда 100% победа за тобой. Вот, поэтому вот на полковых сборах это получилось в этом году так. Поэтому старайтесь, служите, работайте, как хотите называйте. Сегодня мы народу нашему нужны, поверьте, это не громкие слова, они это видят. Они нас благодарят, наши родители, которых детей мы воспитываем. Сегодня, еще раз говорю, мы нужны не только Анапе, не громкие слова, поверьте, мы нужны Кубани и Российской Федерации. Сегодня, еще раз повторюсь, непростая ситуация рядышком с нами. И сегодня проходили советы безопасности в Краснодаре, на которых и присутствовали атаманы района. И очень заострялся момент, не дай бог что-то случится, кто станет первым. Вот первым станем мы, поверьте. Это как возвращение Крыма в состав Российской Федерации. Вежливых людей, вы сами знаете, кто был, мы увидели только на 3-4 сутки. А там были казаки на передовой вместе с беркутятами. Поэтому с беркутом, мы их ласково так, потому что они наши. Вот. Поэтому вам силы духа, силы воли во всех начинаниях. Никто, кроме нас, это не только десантников из Речения, и это еще наша казачья. Хочу поздравить вас и ваши семьи с великолепнейшим праздником Рождества Христова, нашим православным казачьим и воины Христова. Хочется пожелать вашим вторым половинам, женам и мужьям, здесь наши учителя дорогие, им терпения. Пусть потерпят немножко, потому что наша служба, она не совсем легкая. И порой мы, конечно, забываем свои семьи, уходя на службу или уезжая на какое-нибудь мероприятие. Поэтому им, конечно же, терпение, чтобы в домах царило мир и спокойствие в семьях. Чтобы все самое хорошее забирать в 19-й год, а самое плохое пусть останется в 18-м. И остав Бог не нас, яко мы остальным дружком нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и мероприятие закончено, атаманы получают традиционные подарки от атамана Анапского районного казачьего общества. Всем, кому понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Спасибо вам за внимание. До следующих встреч. Анапа готова к встрече Нового года. А это наше сердечко возле Тургеневского квартала.